Любовь моя, дай патроны. Вдруг кто-то, кто-то испуг свой на землю уронит. Вдруг кто-то, кто-то захочет нас опознать этой ночью. Дыши, любовь моя, ровно. Они ничем нас не тронут, пока мы тихо уходим. Ловим машину, зеркало заклей скотч. Мы за рулем, следи за дорогой точно. Это мы пока разминаемся и как-нибудь без чужих рук справимся. Музыку засунь в уши, как звучим мы. Ты не слушай, это мы пока разминаемся и как-нибудь без чужих рук справимся. Зеркало заклей скотч. Мы за рулем. Смотри, смотри, там кто-то прижать нас хочет на поворотах. Но мы всю трассу прошли, мы тебе скажем, где надо рулить. Бросим немного денег, может быть, это что-то изменит в нашу сторону, сторону. Ловим машину, зеркало заклей скотч. Мы за рулем, следи за дорогой. Зеркало заклей скотч. Мы за рулем, следи за дорогой. Видели в интернете такой проект, как StopHam. Это когда такие разные молодые люди, спонсируемые Единой Россией, бегают по улицам Москвы. Нет. И приклеивают наклейки на автомобили, которые неправильно паркуются. Да? Ну, у каждого, так сказать, свой бизнес, да. Но не только им хочется доить немножко федеральный бюджет. Сейчас я вам покажу, как можно заработать немножко денег таким же образом. Ну, как говорится, у них тема избитая, неправильные парковки. Мы попробуем занять другую нишу. Итак, федеральный проект «Стоп бухать с Климом». Мужчина, простите, вы что, бухаете с Климовым? Да. Я вынужден наклеить вам наклейку.